более внимательно стараюсь это место пропеть. Поехали! Сначала бр или р, а потом у. Ага. Сейчас, у Стёпы не очень получилось. Что не очень получилось, Стёпа? Давай попробуем сделать. Послушаю. Более гладкий подъем. И все будет вообще шикарно. Молодец. Просто тренируйся. Так хорошо все получается. Так, Коля мне что-то говорил. Коля, что случилось? Расскажи. Так, сегодня немножко подвисает интернет. Так, Коля, Коля. Коля, ага, так. Да, все хорошо, молодец, все получается. Так, ребята, давайте споем по кусочку песни. У нас уже занятие сейчас потихонечку завершается. Каждый подумайте, может быть, вы хотите пару фраз спеть из песни, или куплет какой-то, или кусочек припева. Выберите что-то, что вам нравится, и спойте мне по очереди, ладно? Так, кто-нибудь готов? Может быть, Кристина? Можно чуть-чуть попозднее, я пока думаю. Хорошо, да. Кто-нибудь придумал? Коля. Я придумал. Давай. Так, хорошо, давай. Никита, потом Коля. Ага, давайте. Я буду петь «Аллилуйя». Давай. Могу первый куплет, могу второй, могу всю песню. Давай один куплет, чтобы все тоже успели спеть. Ага. Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за тяжкий, который наживет. За каждый трудя светлый день, за самый лучший в жизни день. За каждый новый стал мой аллилуйя. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть. Давайте сейчас... Можно я? Сейчас с Никитой мы споем, ладно? Потом мы... Потом со всеми остальными. Сейчас выключите, пожалуйста, все звук, кроме Никиты, ладно? Так, Никита, ты молодец. Давай сейчас споем кусочек на р. Или ты на др поешь, или на др. Давай. Угу. Последнюю строчку давай споем. Молодец. И теперь ей уже текст. Я спою. Сейчас сначала мы закончим с Никитой, потом со всеми. А, молодец. Тебе как, удобнее стало переходить наверх, Никита? Удобнее. Угу, здорово. Вот ты можешь взять этот куплет песни «Аллилуйя», спеть сначала на «бррр», а потом с текстом. И тебе будет очень удобно ее петь легко. Легче, да, чем обычно?
твой организм натренируется. Хорошо. Теперь Коля по очереди. Так, Коля, готов, да? Что? Это Лейла, можно сейчас включить, пожалуйста? Сейчас мы споем, потом я попрошу тебя тоже спеть. Ладно? Ты следующая будешь петь. Коля. Сейчас я подумаю, что попеть. Хорошо. Лейла, можешь сейчас пока звук выключить ненадолго? Ага. С Колей попоем, потом ты будешь. Так, Коля, я тебя слушаю. Ага. Плохо слышно. Так. Вообще нет звука у тебя, Коля, сейчас. Сейчас прерывается, но лучше слышно, да. Давай попробуем спеть песенку, кусочек. Ага. Мне все равно, какую любую. Давай. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Угу, молодец. Очень так, это ритмично получилось, здорово. Можно чуть-чуть тоже мелодию попеть потом, да, на и потом с текстом. Хорошо, Коля? Молодец. Так, теперь у нас Лейла поет. Давай, Лейла, какую-то песню. Сейчас, это... Витаминка, твой любимый цветок, воздушный поцелуй, станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебе... Понятно, да, хорошо. Можно чуть-чуть громче, да, можно спеть, чтобы нам было... А, подождите, еще раз, это не неправильно спела. Давай, давай еще раз. Это, сейчас, все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разве цветная витаминка? Сегодня я буду любить тебя сильно. Вот в моей голове действие витамина. Угу, молодец. Можно тоже, да, потом попеть, порычать, как мы делали, и потом с текстом. Так, вот, чуть-чуть. Да, молодец. Ага, все, спасибо большое. Давайте дальше. Дальше просил Степа, да, и Ибрагим, да, дальше еще писал? Угу. Давайте сейчас. Степа, давай, спой ты, потом... До свидания. До свидания. Вот я знаю много песен, но вот «Мир похож на цветной лук», без мелодии лучше всего знаю. Хорошо, давай, можно кусочек небольшой спеть, давай. Ветер зовет. Ветер зовет. Ветер зовет за собой облака даль. Если ты друга не встретил, как жаль. Мир похож на цветной лук, если рядом с тобой друг. Друга взять не забудь в путь, другу верен всегда. Будь. Молодец. Мне очень нравится, у тебя красивые очень верхние звуки, такие чистенькие, звонкие. Здорово. Можно тоже, да, попробовать потом попеть самому. Друга взять не забудь в путь. И с текстом потом. Молодец. Так, хорошо. Ибрагим, давай теперь. Ибрагим, спой, пожалуйста. Так, вот. Пусть бегут неуклюжий пешеход, и на луже вода по асфальту рекой. Я полностью не помню уже. Так, хорошо. Молодец. Кстати, сегодня лучше поешь, чем вчера. Звук чуть плотнее стал и ровнее. Здорово. Так, там пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой, да? Давай сейчас попробуем еще на р или на др, да, спеть
вторую часть. Там мелодию знаешь? А, сейчас. Видео. Так, ага, поехали. Ага. Вот так. Ага, так, ага, да. Слушаю. А еще раз. Еще раз. Да, хорошо, молодец. Есть текст там, да, кусочек? Пусть бегут неуклюжий пешеход и по лужам, а вода по асфальту рекой. Ага, да, хорошо. Вот сейчас вот пел, как говорил, да? Немножко, конечно, сложно акапельно петь. Молодец. Так, дальше. Кристина, да, хотела еще? Угу, теперь я могу. Давай. Хорошо. I will be all that you want and get myself together, cause the kingdom will fall apart. Да, хорошо. Давай попробуем последнюю строчку соединить вот с этим движением одновременно, да? Попробуй сейчас только последнюю строчку спеть с пружинкой на спину. Хорошо. Последняя самая? Да. Угу. Cause the kingdom will fall apart. Молодец. Скажи, удобнее стало петь или наоборот сложнее? Ну, немного сложнее, но мне показалось, более четкий голос. Да, по идее должно быть легче, да? То есть высокие плотные звуки. Звук как будто вылетает, да? Мы специально пружиним на спинку, чтобы нам легче было брать высокие звуки, чтобы мы не напрягались, голос не садился во время пения. Хорошо, молодец, Кристина. Круто, все красиво. Фирменно. Так, Санта, давай споем. В юном месяце апреле в старом парке тает снег, и крылатые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Да, молодец, хорошо. Попробуй тоже сейчас немножечко попружинить на спину. Только небо, только небо, только ветер, только радость впереди. Да, молодец. Сразу видишь, вышло, да, выше стало брать, как раз в нотки легче попадать. Молодец, смелее на верхушке выходи, у тебя хорошо звучит. Просто чуть-чуть громче, да, смелее, активнее. Будет прям здорово. Так, хорошо. Эльбрус, споешь что-нибудь? Да, спою здесь. Тогда всю песню спою. Давай. Так. Ложка снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи, спи ты скорей, малыш. Спят твои соседи, белые медведи, спи ты скорей, малыш. Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. Молодец, очень чистенько все. Мне понравились верхушки, что ты так тихо их можешь брать и долго держать. Это довольно сложно технически. Давай попробуем спеть одну строчку на р с текстом. Или на бр, какой тебе больше? Хорошо. Давай. Молодец. И с текстом сразу давай споем. И всю ночь соседи. И всю ночь соседи, белые медведи, светят дальним кораблям.
Молодец. Заметил, что верхушки стали плотнее чуть-чуть? Да. Легче их брать стало, да? Вот берешь всю песенку, поешь на рр, потом с текстом, и тебе будет ее намного легче петь, и высокие ноты тоже легче держать. Молодец. Так, ребята, кто еще хочет спеть? Я. Давай. Сейчас. Третий раз ты мне позвонишь, но уже который день не был ни один. Ты же просто подруга, я прошу, не нарывайся на грубость. Эй, прям сейчас ты меня просишь, я тебе кидаю блэк-блок, чтобы на меня ты не тратил свое время. Внутри тебя демон, да, ты много плакала, но в чем тут моя вина? Ты слишком мягкая, все это временно, пойми, я не звезда, что тебе еще от меня нужно, а что тебе привет такой воздушный, но от твоей любви мне очень душно, я уверен, с тобой будет скучно, что тебе еще от меня нужно, что тебе привет такой воздушный, но от твоей любви мне очень душно. Я уверен, мне с тобой будет скучно. Смотри вокруг, я же тут не один. Ты не верила мне, и не верила им. И тебе не друг, немного подожди. Я нанесу тебе вред, прости, я не лузер. Прости, но просто ты не в моем вкусе. Мне все равно плевать на наши узы. Это все меня не радует, а грузит. Мы не тусим, ты находишь в этом минусы и плюсы. Я ледяной, как розовая смузи, завяжу на этом музею. Молодец, Федя, круто, это был прям концерт полноценный, здорово. Спасибо. Можно, знаешь, как можно эту песню потренировать, чтобы было удобнее? Да, хорошо, сейчас, Колечка, сейчас мы закончим с Федей, и я тебя включу, ладно, сейчас пока с ним поговорю, ладно? Федя. Да. Ага, Федь, смотри, делаешь так. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Чуть-чуть больше, да, энергии вот сюда на губы вывести, и у тебя будет... Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Да. Ба-б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 а. Молодец. Ага, и с текстом попробуй. Ага. Хорошо, сейчас. Там две строчки можно, да? Третий раз ты мне позвонишь, но уже который день я был не один. Ты же просто подруга, я прошу, не нарывайся на грубость. Эй. Да-да-да, Федя, нам как зрителям лучше, да, стало слышно сейчас? Прям очень четкий звук. Вот попробуй тоже так потренировать на б-б-б. А вот вокальную часть, где ты там поешь, да, в припеве, можно на р, чтобы тебе легче было тянуть гласные звуки. Молодец, здорово. Ребята, кто еще не пел? Коля, да, хотел что-то сказать? Коля, скажи, пожалуйста, что ты хотел сказать? Так, Коля куда-то делся. Ну, ладно. Так. У меня есть еще одна. Хорошо. Ну, уже в следующий раз, ладно, Федя? Давайте сейчас еще послушаем других ребят тоже. Кто еще не пел у нас? Кто остался? Я здесь уже, я здесь, я здесь. Ты что? Я здесь. Угу. Да, Коль, что ты хотел? Скажи еще раз. Я хотел бы еще раз. Хорошо, давай. Угу. Черный бумер, стоп, сигнальные огни. Черный бумер, стоп, сигнальные огни. Ага. Так, тебе нравится такая песня, да? Угу. Да. Хорошо. Значит, здесь ее можно тоже спеть на, знаешь, на каком звуке? На. И потом с текстом. Угу. Угу. Так, хорошо. И с текстом попробуем. Ага. Хорошо. Черный бумер, стоп, сигнальные огни. Да, молодец. Да. Ну что, ребята, все спели, кто хотел? Да. Может быть... Да. Да? Скажите, может быть...
пару слов по отдельности кто-то. Как вам занятие? Нам просто важно узнать, что вам понравилось, что было понятно, какие вам упражнения подошли. Мне очень понравилось занятие, все понятно. Все понятно. Спасибо большое. Мне тоже очень понравилось. Спасибо за урок. Спасибо. А вот, если песни нужно выучить, то витаминка, я вот знаю ее. Угу, хорошо. Вот у нас будет... Районы кварталы. Ага, так. Вот, сейчас вспомню. Комета и... мы с Федей поем вместе дуэт. С Федей, да? Здорово. Так, смотрите, ребят. Да, вы как раз подумайте, напишите списочек песен, которые вы хотели или знаете. Я хочу. Выпускной. Ага, отлично. Вот какой список, да, большой. Мы тогда, все, кто захотят на курсе, мы с вами одну песню точно хорошо выучим. Если вы захотите, можно и пару песенок сделать, успеть, если вы будете активно текст учить и мелодию между занятиями. Вот. И я вам пришлю минусы. Еще желательно, чтобы вы под минус пели, под сопровождение. Есть такие сайты, где находятся минусы почти от всех песен. Вот. Упражнения делайте, пожалуйста, они очень хорошие, полезные. Ребят, кто-то еще хотел какой-то вопрос задать или, может быть, пожелание или впечатлениями поделиться? Какие упражнения понравились? Так, стопа, ага. Спасибо большое, до свидания, мне все очень понравилось. Спасибо, Никита, ты очень здорово поешь. Давай, счастливо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания, удачи вам. Пока. И вам спасибо. Спасибо вам огромное. Вы молодцы. А вы есть в WhatsApp чате в группе? Сейчас я появлюсь там, вот мы сейчас решим технический вопрос. Я буду в чате, можно вопросы задавать и присылать туда, и там, может быть, видео какие-то, как вы поете, или вопросы отвечать буду. Угу. Хорошо, потому что я пока подумаю над песней и вам пришлю. Хорошо, да, подумай. Можно присылать вариант, я подскажу, какая лучше сейчас на первом этапе, как удобнее петь. Ага. Угу. Хорошо. До свидания, ребята.